В День молодежи в Рио главы Чувашии встретился с волонтерами. Ребята рассказали Олегу Николаеву о своей работе, проектах и планах на будущее. В Рио главы Чувашии ждали в Центре молодежных инициатив за круглым столом с чаем. Так в неформальной обстановке волонтеры рассказали, как они работают в нелегкое для всех время. В июне по инициативе Олега Николаева в республике учреждены почетная грамота и нагрудный знак за развитие добровольчества в Чувашии. Я бы хотела, пользуясь случаем, наверное, от всех волонтеров Чувашской республики, с особой теплотой, искренностью, признательностью выразить вам огромную благодарность за то, что у нас в регионе появилась своя награда, даже не награда, наверное, я бы сказала, наградной фонд, да, для поощрения активных волонтеров. Ведь каждый волонтер, который является частью волонтерской жизни, он вкладывает туда свою душу, свое сердце. И работая на том или ином социальном направлении, конечно же, для них это очень большой плюс, это для них очень круто знать то, что республика тоже ими гордится. Политика, образование, медицина. У добровольцев еще много новых идей и проектов в самых различных сферах. В республике планируют создать ассоциацию молодежных объединений, которая станет единым пространством, к примеру, для подготовки управленческих кадров. Успех, большой успех, зависит от того, как каждый на том месте, где он работает, осуществляет свою деятельность, будет эффективным и работать, самое главное, с полной самоотдачей. Тогда будет точный результат. Потому что ведь государство – это большая машина, большой механизм. А мы все вот как раз некие агрегаты, элементы, которые взаимодействуют. И вот насколько мы будем очень эффективно взаимодействовать и передавать друг от друга этот импульс, тем слаженнее будет работать весь организм, весь механизм, и дальше будем двигаться вперед более, ну, скажем так, стремительно. В ближайшие 4 года Чувашия должна совершить экономический рывок и догнать более развитые регионы России по качеству жизни и по уровню благосостояния жителей. План действий прописан в индивидуальной программе развития региона. Но для этого региону нужны профессионалы своего дела и сильный лидер. Волонтеры с кандидатом уже определились. Я лично сам готов встать на подписную, значит, пройтись там по своему району, по Ядринскому району, который соседний с Красночитайским, вот, с вашим родным, у меня вот Ядринский, и поработать в этом направлении для того, чтобы, ну, как-то поддержать, помочь, не просто вот в этом кабинете, в этой аудитории прекрасный Центр молодежных инициатив, но чтобы это было публично, народно. Спасибо большое. Активная молодежь Чувашии готова вас поддержать, готова вам оказать свою поддержку. Вы можете смело на нас рассчитывать, как на нас, так и на нашу поддержку. Спасибо вам большое. Давайте работать вместе. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.